Всем привет! Сегодня 10 сентября, день города Москвы. Через 20 минут у нас начинается соревнование на Тверской улице, но походу начинается без нас. Участники с велосипедами могут пройти. Отведи нас! Бип-бип! Вы давайте повнимательнее на велосипедах, ладно, можно сбить людей. Я понимаю то, что ты с браслетом, вопросов никаких нет, но надо это самое, поаккуратнее. А я кого-то сбил? Вообще говорю, на всякий случай, предупреждаю, чтобы крайне... в дальнейшем вопросов не было. Договорились? Я понимаю, давайте, да. Давайте, вы куда уезжаете? Куда? Мы собирались ехать. Я участник шоу. А, все, давай. На горочке гоняет. Бичлен? Бичлен? Паша, я уже? Да. Барспин! Давай, поехали. Барспин! Тупой! Ну зачем я такой тупой? Офигенно все было. Сейчас я вам расскажу, как пройти в финал, упав два раза. Это Павел, Олег Вишневый и Кучер. Антон, куда ты упорвался? Давай, мэн! Паш, ты все проглядел вообще? Сейчас у нас будут самые крутые трюки. Это специальное соревнование на Best Trick. Кто у нас будет открывать нашу Best Trick сессию? Единственная девушка, конечно же. Кто же еще? Самый вперед. Да. Все верно, друзья. Единственная девушка. Представь большой шоу. Юлечка Юниор. Дайте шума. Минут 7. Друзья, давайте поддержим нашего райдера. Наверняка у нас сейчас все получится. Yes! Сделаем красиво. Да. Чего себе? Во-во-во-во-во-во! Какое-то мясо. Баланс! Что?
Так, все внимание на трамплин. Что же будет? Ну-ка, Федор Андреев. Раз, два, три!